В правительстве Ульяновской области прошло очередное заседание комиссии по незаконной рубке и нелегальному обороту древесины на территории региона. За прошедший год выявлено более 200 нарушений лесного законодательства. Общий ущерб для регионального бюджета составил свыше 80 миллионов рублей. К административной ответственности привлекли 175 лиц, к уголовной – 4 человека. По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, подобная ситуация недопустима. Меры необходимо предпринять незамедлительно. Мы не случайно уделяем этим вопросам такого внимания, ведь лесные ресурсы обладают высочайшей ценностью как для общественно-политической, так и экономической жизни нашего региона. При этом профилактические меры по незаконной рубке леса уже предприняты. В прошлом году для сотрудников лесничества вдоль автотрасс установили более 250 постов контроля. Ведется активная работа с управлением МВД по поиску нарушителей. Особую роль играет акция «Лес», которая действует на территории Ульяновской области уже несколько лет. Целью акции является предотвращение на территории Ульяновской области незаконных рубок лесных насаждений, их транспортировки, заготовки и оборота древесины. В прошлом году 32 единицы спецтехники дополнительно закупили для патрулирования и тушения лесных пожаров. На совещании также вручили ключи от 7 новеньких автомобилей. Машины закупили по нацпроекту «Экология». В настоящее время очень необходимо и востребовано, так как все представленные автомобили, они у нас полноприводные и легко преодолевают лесные дороги Ульяновской области. Иная техника и оборудование для тушения пожаров, а это тракторы, лопаты и грабли, пожарные гидранты также закуплены. Алина Тихонова, Максим Писарев, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.